Я буду стоять на Гледис. Надеюсь, Гледис будет стоять здесь. Окей, хорошо. Так. Вот эта поза. Хорошо. Хорошо. Стой, Гледис. Гледис, нет. Гледис, за что? Нет, мы будем скорбить по тебе. Ну, правда, никто не выжил. Хей, братяни и сеструни, а вы помните, как в детстве играли в игру The Floor is Lava? Ну, или на нашем с вами Пол это лава. Горячо. Пипец. Так вот, есть такая игруля и в Роблоксе. Мне кажется, в детстве все играли в Пол это лава. Поэтому смысла объяснять правила нет. Но если вы не знаете правил, не ссыкуйте, вы все поймете. Во время игрули. Все, погнали. Выбери свой аватар. Крутая чека! Аплодисменты, да, сучка! И парень с мечом! Да! Я думаю, выбор очевиден, конечно же, парень с мечом! Пожалуй, поиграем без звука. Если вам зайдут подобные квадратные игры, мы будем играть в них больше. Больше квадратных игр. А, да! Заранее ставьте лайки, поддержите меня. Ну, вообще, я не могу проиграть, я лучше в подобных играх, я всегда выигрываю. Так, окей, мы появились... А, чё это? What the... Они метнули моего лего-человечка. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Нет, нет, у меня нету ног. Делать. Так, все нормально, мы и без ног справимся. Кому нужны ноги, камон, мне просто надо запрыгнуть на какой-нибудь сюда. Но нормально, нормально. Ладно, окей, не нормально. Я вижу чью-то руку. Я думаю, мы проиграли, потому что ты не поставил лайк. Я не знаю, в чем тебе проблема, поставить лайк. Просто поставь лайк и расскажи друзьям, можешь нажать колокольчик. И это не конец ролика. Просто я это делаю заранее. Потому что никто не досматривает до конца. Пипец. Пипец. Пипец, карта пипец. Да-да-да-да-да-да-да-да, я успею. Возможно, именно в этот раз я выживу. Надо успеть, надо успеть, надо успеть сюда. Нет, не толкайся. Все, мне пипец. Вот как карта называлась, вот то же самое мне будет сейчас. Пипец. На этой желтой штучке я долго не продержусь. Блин, я мог бы продержаться. Черт. О, я выжил, я выжил. Слава тебе, господи. Мы прошли. Следующий раунд через 19 секунд. Чё это за херня вообще? Чё как это работает? Я не понимаю. Ну ладно, буду прыгать по этим штучкам. Может, так и надо. Просто, когда я в детстве играл в Пол это лава, такого не появлялось. Так, нужно забраться чуть повыше. Чуть повыше по этой лесенке. Прям к небесам я пробурю своим буром небеса. Так, слушайте. Мы, кстати, кажется, выжили, потому что мы опять полезли по вот этой вот зеленой брокколи. Чёрт, этот черный парень настолько черный, что он мне помешал. Я зашел не в тот район, он меня скинул. Вы только посмотрите на этого мажора. У него одно крыло белое, другое черное, и эти рога. Лава уже течет, лава уже течет, лава уже течет. Бежать, бежать. Странно, пока она меня не задевает. В принципе, я чувствую себя достаточно комфортно здесь. Нет, некомфортно! Господи, моя голова! Я разлетелся! О! Я могу упрыгивать, как дельфин. Боже, нужно вспомнить детство. Нужно вспомнить, как я ловко забирался на предметы, чтоб лава меня не задела. И собраться и сыграть так же. Я думаю, ничего сложного в этом нет. Следующая карта — ферма. Ну, окей. Ферма. Так, если мы заберемся наверх, мы же выживем. Так, если мы заберемся на эту штуку, мы выживем. Ползите, друзья мои! Ползите! Нет! 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 Давай, давай, давай. Так, мы выжили. Е-бой! Интересно, кто продает эту траву? Почему они все по ней ползают? Продайте травы! Я буду стоять на Гледис. Надеюсь, Гледис будет стоять здесь. Окей, хорошо. Так. Вот эта поза. Хорошо. Хорошо. Стой, Гледис. Гледис, нет! Гледис, за что? Нет, мы будем скорбить по тебе. Ну, правда, никто не выжил. Окей, у нас 180 поинтов. В принципе, мы идем неплохо. Белиссимо, мы можем даже победить и в этот раз. Посмотрим. Окей, 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 окей. Лава, нет, 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 нет. У меня нету ног. У меня нету ног, но я еще жив. Я еще жив. Нет, Энакин, ты мне был как брат. У меня слишком счастливое лицо для того, кого только что расплавила лава. Я думаю, мое лицо должно выглядеть примерно вот так. Роблокс, пожалуйста, заскриньте мое лицо и сделайте на этом персонажа. Спасибо. Я хочу, чтобы мое лицо было такое, и все меня боялись. Чтобы ко мне никто не подходил, думали такие, о господи, ты только посмотри на его лицо, давай отойдем от него, а то мы утонем в лаве, он же нас это скинет. Мне нужно подняться повыше, я не знаю только как.
Блин, до туда не допрыгну. Это сейчас свалится. Щет. Щит, да почему оно так валится-то легко? Почему все разваливается так быстро? Если я сюда успею запрыгнуть, я успел. Не знаю, что там с остальными, но у меня все окей. Так, а мы так-то в опасной зоне. О, парень! Глэдис! Снова ты, Глэдис! Глэдис, подставь свою голову. Фу, голова Глэдис реально помогает. Нужно занимать повыше зоны, уйдите, скейтеры. Давай, Глэдис, подставляй голову. Господи, у меня встал мой персонаж. О, у тебя есть скейтборд? Хрена моднявая мадам, вот посмотрите на нее. Господи, это ж Майнкрафт, слишком квадратно для меня. Ладно, идем сюда. В принципе, если мы доберемся вот до сюда, все. О, их гора полетела. Надеюсь, с нашей горой не будет то же самое. Наша гора вроде еще очень бодро держится. Ребята, наша гора сделала их гору. Да, сучка, надо было идти на нашу гору. Наша гора всегда побеждает, господи. Ты почти как Глэдис, ты подойдешь. Все, встал. Так, ну, в принципе, мы молодцы, огурцы. Чё это за блондинчик тут такой? Ты чё здесь забыл? Вы только посмотрите на этого мажора. Господи, у него такие очки, он такой... Темпест! Да, можно забраться куда-то наверх? Нет, я потратил слишком много времени, прощайте, друзья. Ладушки, ладушки, надеюсь, вам понравился этот эпизод по Роблоксу. Если вы хотите продолжение, то ставьте лайки, поиграем еще в какие-нибудь другие игры. Роблокс, ну, там много игр. Не забывайте оставлять свои комментарии, подписываться на канал, нажимать колокольчик, это очень важно, а то вы пропустите новые ролики, и вы такие, господи, 3 недели не выпускают, куда он пропал? А может, там уже 1 000 000 видео, просто вы их не видели, потому что колокольчик не нажали. Короче, жмите, он внизу. Ну, а с вами был Фрид, всем удачи, всем пока.